9 юных жителей нашей области, мечтающих о профессии актера, могут стать учащимися Московского театрального колледжа Олега Табакова. Они успешно прошли отбор в Саратове и готовятся к заключительному туру в Москве. С некоторыми из конкурсантов познакомилась Татьяна Кудасова. Примите нас под свой покров, питомцы волжских берегов. Примите нас, мы все родные, мы дети матушки Москвы. Без девятиклассника Николая Романовского не обходится ни один школьный концерт. Актерский талант в нем открылся еще в младших классах. Развивать его Николай продолжил в драм-кружке. А узнав, что в Саратове пройдет набор в театральную школу, Табакова захотел проверить свои силы. Теперь день девятиклассника расписан по минутам. После школы он штудирует не только учебники, но и специальную литературу по актерскому мастерству. И устраивает домашним мини-выступления. Помогают, по словам Коли, и спектакли. Их он смотрит с карандашом в руке. До осуществления мечты ему осталось пройти только один тур. Читать стихи нужно будет перед самим Олегом Табаковым. Но после просмотра в Саратове юному актеру уже ничего не страшно. Зашли в этот кабинет 5 человек. Сидели, ждали своей очереди. Слышим там издалека, так заставляют что-нибудь там, кричи громче, там кричат. Мы думаем, о боже, что там с ними делают? Ну, непонятно же. И все выходят оттуда, глаза вот такие. Шанс учиться в Московской театральной школе Олега Табакова есть и у девятиклассницы Анастасии Коробченко. На просмотр она пошла, не задумываясь. Литература – один из любимых ее предметов, а на сцене девушка с 5 лет. Сейчас главная ее страсть – танцы, но после кастинга твердо решила постигать актерское мастерство. Андрей, первые попытки на просмотре ей уже удались. Стихотворение Асадова «Я могу тебя очень ждать». Я начала читать это стихотворение. Стихотворение очень грустное. Он такой говорит: «Так, стоп». Я прочитала 2 строчки, ну все, стоп. Представь, вот к тому, кому ты читаешь, он тебе прислал телеграмму, и в ней пишет, что мы с тобой расстаемся, я нашел себе другую девушку. Все, какие у тебя эмоции? Твои чувства, твоя мимика, что-то у тебя истерика, ты плачешь, все. Я начала это все представлять, все это у меня на лице. Говорю, да, все, достаточно, спасибо. В Саратове кастинг проходит уже не в первый раз. На него приезжают девятиклассники не только из нашего региона, но и других городов. К ребятам, которые учатся в школе Табакова, большие требования. Отчислить их могут в любой момент. К сожалению, один парень из Саратова, который был в первом наборе, к большому нашему всеобщему сожалению, закончил свое обучение после первого курса, скажем так. А вот на первом курсе из набора есть парень, но он был в Саратове, но он приезжал из Ставропольского края и в Саратове отбирался, сейчас учится. Очень интересный, самобытный. А еще один парень саратовский, интересный тоже, самобытный парень, по крайней мере, он на курсе выделяется своей яркой индивидуальностью. Вместе с Настей и Колей на главный кастинг от Саратовской области едут еще 7 человек. Он пройдет уже в Москве. Из 120 ребят, которых отобрали со всей России, Олег Табаков выберет 24 лучших. Татьяна Кудасова, Алексей Нойков, Кирилл Логинов, «Вести», Саратов.